Весной 2021 года одним из главных трендов в интернете стал NFT. И через год уже никого не удивляет, что владелец Twitter продал свой первый твит за почти 3 миллиона долларов. И NFT-картинка от художника по имени Beeple за 70 миллионов баксов. Один из самых ярких блокчейн-проектов 2021 года – это The Sandbox Game. Возможности играть и зарабатывать на платформе для геймеров и инвесторов безграничны. А мы уже сделали первые две игры. В этом видео хочу рассказать про платформу и покажу наши кейсы. Погнали! Меня зовут Иван Репин, у меня диджитал-агентство, и уже 4 года я живу в Таиланде. На этом канале я рассказываю полезные советы для бизнеса и фриланса. В последнее время все больше стал погружаться в блокчейн, веб-3 и криптопроекты. В этом году, как грибы после дождя, начали расти новые игровые механики. Например, безумно популярный сейчас проект Stepn открыл миру формат Move to Earn. Уже появилась школа английского языка в игровом формате Learn to Earn. И это только начало. Отец-основатель такого формата, который объединил приятное с полезным, Play to Earn. Потому что люди любят играть в игры и зарабатывать деньги. Один из самых ярких представителей этого жанра – The Sandbox Game. Sandbox – это игровая метавселенная на блокчейне, в которой игроки могут покупать и продавать землю, создавать и выставлять на продажу свои предметы, персонажей или другие активы в виде NFT-токенов. Дословно Sandbox переводится как «песочница». И в этом вся суть проекта. Платформа для создания и монетизации игрового опыта, в котором участники создают свои игры и целые виртуальные миры. На маркетплейсе проекта есть три токена. Sand – это основная валюта, которую можно использовать для любых транзакций во всей экосистеме Sandbox. Игрокам нужно владеть Sand, чтобы играть в игру, настраивать свои аватары, покупать земли или обменивать активы на маркетплейсе. Пользователи создают уникальные игровые объекты и предметы в виде NFT, что дает создателям на них право собственности. Например, уникальные аватары, игровые элементы, оружие или даже врагов можно создавать. Land – это земельные участки, технически это тоже NFT-токены, но другого стандарта. Такой участок можно купить, продать или передать в аренду. На земле размещают объекты, предметы и трансформируют в полноценные игровые уровни. Карта проекта сейчас выглядит так. Чем-то похоже на проект milliondollarhomepage.com. Там можно купить баннер по $1 за пиксель и разместить свою рекламу. В итоге автор проекта заработал свой первый миллион, когда поднялся хайп и у него раскупили все пиксели. Возвращаемся к Sandbox. Землю покупают не только энтузиасты-любители поиграть, но и большие бренды уже здесь. Например, Adidas, Ubisoft и разработчик игры Atari прикупили себе хорошие участки земли. Еще один яркий амбассадор, про которого многие слышали, это Snoop Dogg. Один парень, Энди, купил даже участок рядом с его почти за $500,000 баксов. Рэпер планирует проводить концерты, собирать виртуальные тусовки и отжигать в цифровом мире. Экосистема проекта Sandbox состоит из трех элементов. VoxEdit – это бесплатная программа, в которой можно создавать и анимировать любые 3D-объекты игры. Кубические 3D-пиксели, похожие на строительные блоки, называются вокселями. Созданные предметы и персонажи можно разместить в Sandbox Marketplace. Marketplace – это NFT-рынок для покупки и продажи внутриигровых активов в виде токенов. Купленные активы могут быть включены в участок с помощью GameMaker. GameMaker – это программа, в которой автор или разработчик проекта без навыков программирования может собрать сценарий уникальной игры в метавселенной Sandbox. Благодаря доступным инструментам разработки, мы с командой тоже решили ворваться в модную крипто-NFT игровую тему. Создаем 3D-игры и наполняем огромную мультивселенную новыми впечатлениями. Сами пишем сценарий игры, создаем уникальные объекты, анимируем и загружаем на Marketplace. На сайте агентства есть отдельный раздел с описанием и примерами наших игр. Вот примерно как это выглядит. Сначала ищем концепцию, участок, настраиваем аватара,
NPC-персонажей, продумываем квесты и врагов, с которыми предстоит сражаться нашему герою. Один из наших проектов даже получил награду конкурса Game Jam и принес клиенту 40 тысяч долларов. При стоимости разработки всего 10 тысяч. Заходи, почитай, посмотри геймплей. Ссылки есть в описании. Ты молодец, что досмотрел видео до конца. Напиши в комментариях, как тебе идея проекта Sandbox. И если тебе понравилось это видео, порадуй алгоритмы YouTube лайком. Подпишись на канал и увидимся в новых видео, например, в этом или в этом.